Откроет цикл концертов виртуозы скрипки Юлия Игонина. Московская скрипачка в Сочи приедет только завтра, прямо к концерту. Поэтому к вечеру классической музыки оркестр пока готовится самостоятельно. Мы очень любим с ней работать. Она всегда привозит новую музыку интересную. Оркестр с большим воодушевлением вместе со мной готовит инструментальный концерт. Восхитительные мелодии совершеннейшие. Мы с ней дружим творчески много лет, и мы с ней переиграли в разных городах России, наверное, все инструментальные концерты. Со сцены органного зала прозвучат сочинения Чайковского, концерт для скрипки с оркестром и симфония номер 2. Интересный факт. Вторую симфонию Чайковский написал на Украине, причем за основу он взял мелодию, которую ему напел буфетчик. Так в письмах к брату рассказывал сам Чайковский. Премьера симфонии до минор прошла в Санкт-Петербурге с оглушительным успехом, и с тех пор произведение вошло в копилку лучших сочинений композитора и самых ярких образцов классической музыки. Услышать творение великого Чайковского в исполнении Сочинского симфонического оркестра и скрипачки Юлии Игониной можно будет в пятницу в зале органной и камерной музыки.